Ребятки, всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. Очередная распаковочка. Знаете, что это? Нет, не знаете, я вам подскажу. Это солнечные панели на 6 вольт, 160 миллиампер сила тока, которые у них там они выделяют. Очень полезная вещичка. Сейчас расскажу, почему. Этот ролик будет 2 минуты идти. Так, да, две штучки продавец прислал. Пленочку потом можно будет сдереть. Фишка в том, значит, короче, первое, что я хочу проверить, это чуточку они работают, нет? Да, есть, короче, света чуть-чуть. Ну, не знаю, там видно, не видно. Да не важно, короче. О, хотя не важно. Сейчас, короче, мы проверим сразу так. От этого они еще, ох, как выделяют свет. Да, горит светодиод. Вам же видно, да? Так, и следующая панелька. Заслепил меня фонарь. Да, тоже работает. В общем, смысл в том, сейчас расскажу. Вы ставите вот такие вот панельки, там можно их запараллелить, либо взять помощнее, ну, у нас пока этим берем эти. Есть вот такие вот зарядные модули. Вот. От этого зарядного модуля оно входит сюда и заряжает, к примеру, такой литий-ионный аккумулятор. Можно несколько запараллелить. Вот. И потом уже идет нагрузка в виде там каких-то светодиодов. Очень эффективное решение. К примеру, если у вас часто свет отключают, вы себе солнышком пользуетесь и не паритесь. То есть у вас постоянно будет хоть какой-то, да будет свет. В общем, всем спасибо за просмотр. Заходите в нашу группу, заказывайте такие себе панельки. Очень эффективная вещь, сам такими пользуюсь. Всем спасибо, пока.